Всем привет! Как всегда, благодарю всех тех, кто пишет комментарии под моими роликами. Очень интересно вас читать, дорогие друзья. Я получаю искреннее наслаждение от одобрения, от ругания, от споров между вами и между мной с вами, и между вами со мной. Все это очень здорово, очень интересно, повторюсь, и развивает аппарат. Какой, сами догадаетесь. Ну, я не об этом. А, вот забыл сказать, да, как всегда, если хотите какой-то альбом увидеть в моих руках, посмотрите сначала на плейлисты. Там очень много уже всего есть, поэтому, может быть, вы обнаружите любимый альбом там. А если нет, напишите, и вдруг окажется так, что любимый вами альбом есть в моих шкафах, то я его достану и покажу. Вот достал, например, альбом вот такой. Кто его не знает, поднимите руки. И я увижу ваши поднятые руки. Вижу, что нет поднятых рук ни одной. Все знают пластинку Маккартни Рэм. Все ее слышали. И подавляющее большинство ее любит. Кто ее не любит, не знаю, их можно по пальцам пересчитать, наверное. Всем нравится песня Mulberry Moon Delight. Ну, или не всем, но... по крайней мере, большинство. И правильно делают люди, которые любят этот альбом. Потому что его нельзя не любить. Ну, то есть, не любить можно все, что угодно. Можно даже мать родную не любить. Есть такие люди. Я их не люблю, тоже этих людей. Но, тем не менее, они существуют. Так вот, не любить этот альбом нельзя. Те, кто его не любит, те плохо чего понимают. Наверное. Я никого не хочу обидеть. Потому что эта пластинка действительно, она хороша со всех точек зрения. Мое отношение к Маккартни на протяжении долгих лет жизни менялось несколько раз. Сначала, как и большинство советских детей, я не то чтобы там писал кипятком, но сходил с ума абсолютно от той же самой Mulberry Moon Delight и в пионерском лагере плясал под этот сюрреалистический, тяжелый рок, даже не сказать, в каком стиле он исполнен, написан и выполнен. Но это, конечно, ломовая совершенно песня, абсолютно безумная и невероятно талантливая. Очень простая, но в этой простоте весь кайф и весь талант. Потом, когда я стал взрослее, я стал искать в музыке что-то поглубже. И Маккартни слушать, в общем, прослушав очень много его пластинок уже к тому времени, ну, перестал, в принципе, его слушать, потому что особенной глубины, уж извините, там я не обнаруживал. Я обнаруживал очень красивую музыку, как сказала моя любимая дочка Саша, когда я знакомил ее с музыкой The Beatles, которых она обожает, Я ставил пластинки Маккартни, ставил пластинки Леннона. И я уже говорил об этом, кстати, в других роликах. Ну, повторюсь, не все же смотрят все ролики подряд, да? И моя дочка с детской еще тогда непосредственностью сказала, что Маккартни – это очень красивые мелодии, а Леннон – это божественная музыка. Вот так. Я полностью разделяю, кстати говоря, эту точку зрения. И это не умаляет абсолютно качество, ценности и таланта Пола Маккартни. Но он никогда не поднимался до тех сверкающих высот самосознания, философии не в текстах, а в музыке именно. Именно в музыкальном, в построении, в гармонии, в нотах, в исполнении, в тембре, в подаче. Именно в музыке, я имею в виду, философии, просветления, глубины, высоты. Как Леннон. У Леннона такие прорывы, он ради них, собственно говоря, по-моему, все и писал, все свои песни, включая Double Fantasy, который кажется таким, извините за выражение, попсовым многим. Маккартни нет. У него такие прорывы духовные, в музыке, опять-таки, я не говорю про тексты вообще сейчас. Пожалуй, что в альбоме Driving Rain, который мне очень нравится, из, условно говоря, поздних, он просто как... Когда я его услышал, это был для меня просто шок. Ну, неужели тот самый Маккартни, который писал такую красивую и, в общем, легкую музыку,
купался в ней, кувыркался, прекрасно овладев музыкальной грамотой, не в смысле нот, а в смысле умения сочинять песни. Он себя же называл профессиональным автором песен, говорил, что мне ничего не нужно, я хочу иметь только свободное время и гитару, чтобы сидеть и сочинять песни. Я это дело люблю, умею и буду это делать всегда. Я профессиональный автор песен. Вот этот самый профессиональный, вот эта профессиональность авторства мне как раз в нем не нравилась, потому что он не то чтобы музыкальный автомат превратился, а ну как-то вот как пирожки. Вот эти песни у него. Они все хорошие, вкусные, красивые, пышущие, жаром, замечательные. Ну, их так много, и они так, в общем, похожи один на другой. Можно долго говорить о Поле Маккартне, потому что действительно огромное количество альбомов и разные периоды. Но «Driving Rain» он как-то вышиб, как выстрелил. Просто что-то в нем есть ленноновское, что-то такое есть глубокое. Ну, еще бы умерла все-таки любимая Линда, не прямо перед альбомом, немножко раньше, но появилась новая любовь, и вот это вот то, что с ним произошло внутри, конечно, дало вот этот самый «Driving Rain», потрясающий совершенно альбом. Ну и период группы «Wings», конечно, это особая статья, это отдельная глава творчества Маккартни. Мик Джаггер сказал как-то, что «Wings» — это лучшая группа из всех, которые он слышал в мире. Это было после альбома «Wildlife», по-моему, произнесена фраза. Но пластинка «Рэм» — второй сольный альбом Маккартни. Первый, как мы знаем, был записан вообще. В таких домашних условиях он так и звучит, как домашний не демо даже вариант, а домашнее музицирование. Очень качественное, очень кайфовое. Очень мне он нравится, но у меня этой пластинки нет по каким-то причинам, не знаю, не помню по каким уже. Просто я ее знаю наизусть и почему-то не покупаю. Их много, они есть, тиражи огромные, поэтому я думаю, всегда, так сказать, захочется, пойду да возьму в магазине, куплю. А «Рэм» у меня стоит на полочке. Это действительно альбом, который является энциклопедией музыки Маккартни. Поскольку если вы не слышали ни одного альбома Маккартни, то можно взять «Рэм» и услышать все, что написал Пол Маккартни. И что он напишет дальше после этого альбома на своих бесчисленных пластинках. Потому что здесь все собраны, все кайфы, которыми он обладает. Такое количество мелодических ходов здесь разбросано по всем песням, что, во-первых, это не скучно, во-первых, безумно интересно. В каждой песне очень много всего. И все эти штучки, они потом, мы их услышим и на пластинках «London Town», там, и на «Venus and Mars», и дальше, 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 вплоть до последнего «Маккартни 3». Все, что здесь есть, это все дальше пошло у него. Не скажу, что в тираж, никаких там самоповторов, ничего нет, но очень похожие мелодические построения, приемы, все это растеклось по всей дискографии Маккартни, а отправная точка – это «Рэм». Здесь собрано все, все самое главное, все отличительные черты, отличительные признаки Маккартни. Но песни, я не знаю, какая из них лучше, мне не сказать. «The Backseat of My Car», последний номер, это такая штука, сильнее Фауста Гёте. Я бы сказал, что «The Backseat of My Car» фигурально можно сказать, что она одна песня лучше, чем весь «Сержант Пеппер», например. Или гораздо более конкретно и сжато, чем вся сторона пластинки «Abbey Road». То есть в одной песне выдал такой калейдоскоп мелодий, такой калейдоскоп переходов неожиданных. Здесь и «Hey Jude» тебе, и все что угодно, все здесь просто, вот все, идеи в смысле, я имею в виду музыкальные, они все здесь так выплеснулись от какого-то, от лирики и фарса, и клоунады до настоящей трагедии в финале, оркестровой вот этой, и с хриплым голосом, с расщеплением, да, вот он поет, орет, кричит в конце. Просто драма какая-то. И вот переход от клоунады к драме. И все это так естественно и логично у него построено, что просто любо-дорого. «Long-Haired Lady», условно говоря, предпоследняя песня
с оркестром тоже. Джордж Мартин записывал красиво. Голосовые гармонии удивительные, замечательные. Этот Home просто миленькая штучка. Ну, Mulberry Moon Delight, я уже сказал. Heart of the Country, это я начал с конца по песням. Heart of the Country вообще одна из лучших, наверное, песен. Она настолько тонко сыграна. Про мелодику я не говорю, она вне критики. Но сыграна настолько тонко, аранжирована, настолько переплетаются гитары, что в какой-то момент из какого-то такого кантри-настроения она переходит в космический, психоделический, какую-то гитарную вязь такую, что сознание начинает вот так вот раз-раз-раз-раз-раз. А потом опять собирается и пошли дальше. Очень здорово. «Smile Away», последняя на первой стороне. Классический, тяжелый, на блюзовой чуть-чуть основе, рокешник. В лучшем, просто в лучшем виде тяжелого рока Пола Маккартни. Вообще, здесь Маккартни отрицает само существование стилей, каких бы то ни было. Он играет во всех стилях одновременно, и для него как будто не существует. 71-й год, да, уже тяжелый рок вовсю, уже там Led Zeppelin, Deep Purple, как будто этого ничего не существует. Маккартни играет свою музыку, свой рок-н-ролл, и тяжелый, и легкий, совершенно по-другому, не так, как принято в Англии и в Америке в те времена. «Too Many People» – первая песня. Изысканное продюсирование. Настолько прозрачно и в то же время настолько мощно и ядовито. Это послание Леннону отчасти. И все это читается в музыке. И агрессия, и ирония, и едкость, и музыкальная прозрачность, тонкость и изысканность. Я повторю еще раз. И акустические гитары, и прекрасное соло на электрогитаре. Маккартни сам здесь сыграл. Просто радость жизни и драйв. «Three Legs» – вторая песня. Это я перескочил, пошел сначала теперь. «Блюзович». «Блюзович» очень кайфовый, с акустической гитарой. Но такой английский и в то же время и шотландский, и английский, и чуть-чуть и черный, и маккартниевский. Но блюз. Очень круто. «Рэмон» – маленькая шуточка. И «Dear Boy». Привет группе Beach Boys, и гораздо лучше, чем Beach Boys. Маккартни торчал на пластинке Pet Sounds, которая мне не нравится абсолютно. Занудное, искусственное произведение. Но очень здорово спето, сыграно. Не похоже ни на что, потому что вдруг рок-группа вот этих пляжных боев вдруг выдало какое-то псевдосимфоническое произведение в смысле голосов, в смысле вот раскладок этих, наворочено, напето, накручено. Маккартни как музыканту, как автору, как исполнителю, это было, конечно, безумно интересно, и он сделал в таком же духе, только лучше, только конкретней, по качеству, по исполнению не хуже, совершенно дебой, прекрасные гармонии голосовые, удивительные, и Линда поет отлично, там, и Маккартни поет, и все. И все это просто космос. И, конечно, Брайан Уилсон оценил эту штуку, сказал, что это безумно здорово, очень красиво, очень хорошо. А я лично усмехнулся и добавил, что это гораздо лучше и интереснее, чем Pet Sounds получилось. Ну, что же делать? Анкл Альберт и Адмирал Хелси. Классический арт, то, что называется, извините за выражение, арт-поп, как критики называют эту музыку. На самом деле арт-рок в чистом виде, из нескольких частей, из нескольких мелодий произведения, ну, не хуже группы Yes, я бы сказал. Более конкретно, более лаконично, без наворотов, без вот этого всего пафоса жуткого. А по количеству мелодий, по аранжировке, по количеству идей, ну, тут многие так называемые прогрессивные группы просто отдохнут. Настолько красиво, настолько легко и настолько в то же время сложно. И такой полет просто фантазии музыкальной. Ну, просто радость. Радость жизни. «Smile Away», я уже говорил. Хороший, тяжелый, заводной рок. В общем, если говорить про Маккартни, в этой пластинке есть все. Что не исключает кайфа от всех остальных
альбомов Маккартни, которых у меня полным-полно, и я про них еще что-нибудь да расскажу. Ну а пока пойду пить, счастливо, пока.